Игорь, пожалуйста, комментарий по игре сегодняшней. Ну, для нас очень важная игра была после поражения с Югрой. Поэтому настраивались очень серьезно. Получили втык, можно так сказать, после Югры. Поэтому вышли с другим настроением. Что сегодня, скажем так, получилось то, что не получилось в прошлом матче? Получилось быстрые голы забить хорошо. У нас вообще много моментов, каждую игру просто иногда не получается забивать. Здесь зашло практически все. Первый период обыграли соперника чистую, это 0, а в следующий как-то сбавили, может быть, наверное, темпы игры. И... Ну да, где-то нам говорили, что надо продолжать так же играть, где-то, опять же, все это от головы идет. Будем работать над этим. Как вы прокомментируете шайбу Нерлисина, последнюю, которую сбивали, все-таки вышли там 2-1, получается? Ну, здорово, там Универ скинул мне, и она у меня скакала, и как бы мне оставалось ему отдать обратно, так красиво получилось.